Дорогие друзья, всем привет! Это второй выпуск «Заведи и уедь». Это шоу, в котором один из вас может приехать и завести машину. Но у машины есть некоторые неисправности. И если он с этим справляется, то он ее забирает себе. И сегодня один из наших подписчиков сможет выиграть девяточку на ФСОшках. Примерно за 90 тысяч рублей. Цените. Финик, где тачку упер? А, так, пацаны. Девитос. Иди, Катя, девитос, бомберов. А сейчас я запишу кружочек в наш телеграм-канал для того, чтобы сказать, куда ехать подписчикам. Друзья, все, мы готовы. Сейчас ниже скинем локацию и можете приезжать. Для тех, кто хочет принять участие, подписывайтесь на наш телеграм-канал. А для тех, кто не из Москвы, напишите, из какого города. Может быть, мы когда-нибудь приедем к вам и разыграем там также машину. Все, машина сейчас на ходу. Мы ее сейчас глушим, готовим и ждем наших подписчиков. Первый участник прибыл. Здравствуйте. Вы точно к нам? Уже помню. Поля по воскресеньям только два. Никита. Макс. Никита. Никита. Саша. Саша. Ну вы же к нам? Да. Ну, что, много приехал? Два человека уже. Сейчас третий. Ты? Еще нет. Приедет. А, еще приедет? Ну, да. Друг? Ну, коллега. Тогда другу ничего не рассказывай. Как мы так вам делать? Что, вот это по два друга приходишь, ну, пусть вдвоем участвуют. Слишком легко? Тогда... Одного все делается. Тогда по одному. В одному интересно. Конечно, все. Третий участник, в смысле форсаж. А, форсаж. Никита. Петр. Третий участник. Все, у нас уже есть три участника, остальных решили не ждать. Начинаем. Сейчас, ребята, вы скидываетесь на ЦУЕФА. Кто начнет, тот начнет. ЦУЕФА. Третий. ЦУЕФА. Как приехали, так и начинаем. Все, что вам может понадобиться, все есть в машине. У машины есть несколько проблем, с которыми вы должны справиться. Таймер готов. Ты готов? Да. Все, первый начинает. Погнали. Все, первый начал. Ну, как было бы неплохо, наверное, дверь открыть, только она заперта. Вот и первая проблема. Машина заперта, и нужно как-то в нее попасть. А тут музыка! Ну все, человек решил лезть через багажник. Ну пусть будет так. Так, человек приступил ко второй проблеме. Личинка-то хоть целая? Не, ребят, в перчатках это не делается. Вторая проблема там с подковыркой такой веселой. Нужно найти ключи. Не ломаем, там все легко должно повернуться. Не, все нормально. Но он не отсюда. Да, также у нас бывают там всякие подсказочки легкие, и бывают подсказочки, которые могут вас смутить. Вот только что Максим нашел личинку в бардачке, и она никуда не подходит. Вот. Так, окей. Товарищ, это вторая проблема.
Можно я вот так немножко по-хозяйски? Что сегодня намечается? Да, может быть, у вас. Ну, 2 минуты уже прошло. Ну, вы могли куда угодно их убрать, эти ключи. Но они... Не буду говорить где, но они рядом. Они рядом? С тем, где они должны были быть. Пусть будет так. Где же они могут быть? Все, но где они могли быть, я уже посмотрел, где бы я бы их оставил. Чуть-чуть силу можно применить, прям чуть-чуть. Силу? Ну, прям чуть-чуть. Чуть-чуть можно. Чтоб знать, что ты имеешь в виду под этим. Ключ, 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 ключ. Вторая проблема решена. Ключи были в руле. Ага. Питания нет. Держится? Ну, пусть будет это тоже проблемой. Аккумулятор подсоединен. Ага. Так, машина не заводится, аккумулятор подсоединен. Я так понимаю, питание появилось. Питание есть, бензонасос. Жужжи. Бензонасос? Жужжи. Все надо. Следовательно, что? Машина должна завестись. Чуть-чуть надо постараться. Я думал, он неспроста там лежит. Так, еще одну проблему решил. Да. На катушке не было провода. Еще одна проблема решена. Так. Я уже начинаю переживать. Ну, 3 минуты осталось, что. В целом по машине еще есть подсказки разные. Может быть, они пригодятся. Лом? Не знаю. Лом в ней был. В ней был, это не подсказка, да? Так, у нас не крутится стартер. Все прикручено, даже это. Бендикс новый стоит. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Ну как тебе? Слушай, это интересно на самом деле. Я вот скажу честно, когда у меня была 99-я, в далекие 10 лет тому назад, я с таким проблемой не сталкивался. Стартер всегда крутился. Спасибо за участие. Благодарю. Пока можете не уезжать. Может быть... И, может быть, еще кружочек сделаем, как в прошлый раз. Вот так вот, зовем второго участника, приводим машину в то же состояние, в котором она была. И продолжаем. Я думал, Никита, сейчас человек забирает машину. Да, человек был прям, ну, очень близок, но это было банально. Ну, то есть, если ты разбираешься в машинах, то ты знаешь, куда лезть. Человек чуть-чуть не дожал, но, Максим, тебе респект. Второй участник, Саша, но он слишком чистый для этой машины. Так что на тебе перчатки. Готов? Да. Таймер пошел.
А, она закрыта, я так понимаю. Она закрыта, все логично. Ну, кстати, интересное место, где мы могли спрятать ключи. Но не так все банально. Машина открыта. Первая проблема решена. Все мужики, которые ездят на механике, сразу проверяют рычаг, что машина на передаче. И это правильно. Как я и в прошлом человеку подсказал, но решение проблемы примерно там же, где и сама проблема. Блять, больше не будем подсказывать. Все одну, еще проблему решили после подсказки. Наверное, не стоило подсказывать. Питания нет. Подожди, а почему питание? Точно-точно. Аккумулятор-то забыли поставить. Вот. Прям, Саш, ты решаешь проблему за проблемой слишком быстро. Мы так не рассчитывали. Осталось 5 минут, ровно половина времени. Ну а что, с толкача завести? Нет, правила с толкача заводить нельзя. Машина поедет с этого места сама после того, как вы ее заведете. Человек, кстати, приехал на Калине Спорт. Это Гранта. То есть он точно знает, какие проблемы в Жигулях, раз он ездит на Ладе. Подожди, ой, подумал. Это извините, Гранта. не на Калине, да. На Калине ездил я, а он ездит на Гранте. Извините меня, джентльмены. Пожалуйста. Где он? Где провод? Ну что там? Все ты нашел? Все нашел, какая проблема? Не говорит, но я слышал. Он сказал, нету провода. И он, видимо, вспомнил, где он его видел. Молодец. Молодец. Ага. Осталось 3 минуты. Все равно что-то нет. Да, все равно есть еще одна проблемка. Чего-то минимум. Не хватает. Точно. Может быть 2, может быть 3. А пока Саша ищет следующую проблему, я хотел поделиться с вами своей любимой функцией от Дрома. С помощью нее я не пропускаю ни одного автомобиля, который появляется в продаже. Функция подписка от Дром сразу присылает уведомления о новых машинах в продаже по заданным мною параметрам. Я тут уже приглядел несколько машин и даже подписался на них. Я взял Nissan Lowrail,
E-класс 210 и пятерку 34. Вообще, конечно, хотелось бы взять BMW для выпусков, но бюджеты пока не позволяют. А по низу рынка искать машину, ну, такое. То есть нас даже дром сразу же предупреждает о том, что у этой машины будут кривые документы. А мы такие не хотим разыгрывать. Поэтому я подписался на уведомление и буду ждать достойных вариантов. А вам рекомендую идти за машиной на дром, ведь на дроме не только можно выгодно купить машину, но и быстро ее продать. Ссылочка в закрепленном комментарии. Ну а мы продолжаем. У Саши осталось 2 минуты. Подсветка хоть прикольная. А, ты мне открываешь. Спасибо, давай для подсъемов. Чтобы сейчас всех ракурсов было. Беда. Напомню для тех, кто не смотрел первую серию. Во-первых, вы зайдите ее посмотрите. А во-вторых, в машине была секретка. И поэтому она не заводилась. Подожди. Осталась минута. Ну, у нас есть победитель. Он нашел последнюю проблему. Что поделаешь? Я думаю, что... Да подсказывались. Да подсказывались, да. Все, тормози. Но я думаю, что... Никому подожди. Подожди, подожди. У нас есть. Да. Подожди, чтобы никто не грустил. Мы с Никитосом продумали этот случай, да? Да. Что если первый заведет, то каждый тоже сможет попытать удачу. И если он тоже заведет, мы дадим ему немножечко деньжат. Я думаю, что 5000 рублей это будет хороший утешительный приз, с учетом того, что человек ехал 2 часа сюда. Спасибо. Так, подождите, стоять. Не подходим к машине. Нет, у нас... Поздравить можно. Он справился за 9 минут. За 9 минут. О, вот и вышло время. Ну, вы пока все отходите, мы паркуем машину. Машина, Саш, твоя. Спасибо. В любом случае. Ну, что ты хочешь от меня услышать? Ну, все, машину забрал. Да. Че, позвоните по видео. Слава богу, участник наш, который выиграл эту машину, еще не сказал следующему участнику, в чем была проблема. Еще раз повторюсь, напишите прямо сейчас в комментариях, что мы сделали и почему эта машина не заводилась. А мы зовем нашего третьего участника. Погнали! Итак, это бонусный уровень. Человек уже машину завел, но у нас остался третий участник. Ну и надо ему тоже как-то... Дать шанс. Поэтому, если он заведет машину и тронется, он не выиграет, к сожалению, машину, но получит 5000 рублей от меня лично. Да, Игорь? Ну, или Горян еще скинется. Перчатки. Готовься. Как будешь готов, скажешь. Машина в исходном. Таймер. Пошел. Так, ну, естественно, у нас по классике первая проблема. Уже открыт багажник. Хорошо. Оп. Человек попал в машину. Первая проблема решена. Так, вторая проблема. Там даже есть подсказка. Минута прошла. Мы уже под капотом за минуту. И аккумулятор тоже накинул это.
Ну чё, какие мысли? А, понял. Понял. Ты можешь говорить, что видишь, что ищешь. Опа! Ключи ищу. Я не подсказывал, оно само подсказало. Там чуть-чуть откинулась крышечка, в которой у нас были ключики. Ага, снял с передачи, снял с ручника. И уже... Так, старт, слушай, еще 8 минут. 8 минут. А уже решено много проблем. Да, я разговариваю и здесь, и тут. Так, так, так. Где-то есть. Сюда. Бронепровод, раз этот есть, этот есть. Так, провод, любой провод нужен на катушку кинуть. Так, любой провод. Любой провод на катушку. Ищем любой провод. Мне любой провод нужен. Просто перемкнуть. Не все так просто. Кто-то решает проблему одну, вторую, третью очень быстро, а кто-то решает проблему не так быстро. Так, либо из чего-то сделать. Третья проблема – это мы снимаем провод с катушки. И, соответственно, мы перед каждым участником меняем местоположение провода, но оно всегда на видном месте. Так, где-то же есть. Либо в двери, либо я тут что-то не заметил. Так, чем можно замкнуть? Чем можно замкнуть? Что-то пропустил, что-то где-то упустил. Упустил. Так, это не подойдет. Опа, все, найдена проблема. Так, Петр нашел бронепровод. Бронепровод. От катушки на трамблер. Так, пробуем. Время. Время 3 минуты 40 секунд. Тронуться надо. Все, он завел. Все, все, все. Оставалось 3 минуты 25 секунд. И мы даже не подсказывали. И мы даже не подсказывали. Все, глушить. Вот так вот, да? Если ты выиграл в ЦУЕФА, значит, есть вероятность того, что ты сегодня уедешь на этой машине. Вот такая вот история. Так. Поздравляем. Все, спасибо. Спасибо. Поздравляем, бонусный уровень пройден. И ты справился быстрее всех, кстати. Да? Спасибо. 3 минуты 30 секунд. Ну, это круто. Я, честно говоря, ставил на Петра, когда все ребята приехали. Хотя все ребята были уверенно сильные, но вот я почему-то подумал, что Петр сегодня уедет на них. Чуть ли, да, уже наверное. Да. И вот даже Саша, который выиграл машину, тоже подумал, что Петр до ней уедет. Как и обещали, 5000 рублей наличными. Все, спасибо. Поздравляем. Как тебя еще раз зовут? Глеб. Глеб. Глеб, готовься. Повторимся для вновь прибывших. У тебя есть 10 минут, есть проблемы, ты их должен решить. Машина заведется, понял. Ты проезжаешь, ну, вперед-назад и получаешь бонусные 5000. А ты смотрел первую часть? Да.
Готов? Погнали! А, о, он длинный, залез в машину целиком, даже не пачкаясь. А? Не-не, с клеммами все. Все нормально. Ну, чуть-чуть сразу, чтобы не тратить время, там, не портить наш единственный аккумулятор, целый, живой. По-моему, Глеб как-то перепрыгнул через проблемы. Что нашел? Что нашел, скажи? О, бронепровод нашел. Молодец. Глеб уже нашел, как залезть в машину. Нашел бронепровод. Поставил клемму на аккумулятор. И ищет дальше следующие проблемы. Ключа нет. Ключа нет. Вот. Ключа нет. А прошло всего 3 минуты. Ну, подскажи другу что-нибудь. Да, что? Не-не, не подходи, ключ. Нет, ты просто скажи. Ну, как ты думаешь, где он? Я думаю, в бардачке или под ковром где-нибудь. Может, под ковром, в бардачке. Там, знаешь, ага. Вот это, ага. Как... Да он, по-моему, нашел его. А какие вообще проблемы с машиной? Ну, мы по поводу проводов там, кстати, сразу поговорили с ним. Да, что, да, скорее всего, проводов? Говорю, смотри, провода, они могут либо трамблер там поменять местами, говорю, провода. Ну, видишь, вот просто скинули его, туда машину бросили. А так, в принципе, все. Ну, я сказал, а что на механике все? А бензонасос там механический, что там фишки никакие не снять. Ну да. Говорю, то есть тут провода и все, говорю, что там, что там. А что ищем? Ключ. Ключи? Да. А время 5 минут осталось. 5 минут, 5 минут. И 5000 рублей останется у меня. Че, нашел ключи? Да. Нашел ключи. Ага. Но я не передач. Так. Не подсказываю. Все, ничего страшного. В сайбер это проблема сайбера. Не подсказываю больше. Нет. Так. Не крутит. Так, ага, свечи на месте. Это хорошо. Ага. Главное ничего не отрывать. Понимаю. Человек приехал с помощником, но мы честно сделали выводы по прошлой серии, что больше не дадим участвовать вдвоем. Потому что вы негодовали и говорите, как это? Как это вдвоем? Это же нечестно. Так, ну в чем у тебя проблема? Скажи, Глеб. Нет зажигания. А, нет зажигания. Ты уверен, что у тебя нет зажигания? Точнее, искры. Да. Ну, ты уверен, что у тебя нет искры? Да. Почему ты так решил? Когда нет искры, они крутятся. У нас что? Правильно, она крутится, когда нет искры. Она не крутится, когда у нас нету другого. Просто осталось 10 секунд. Она почему может не крутиться? Ну давай, давай, ну хотя бы скажи. Я дал подсказку. 2 секунды. Время вышло. Ну, Глеб. Ну, Глеб, ну как? Ну нет.
Ну нет у нас питания на стартере. Да, я просто посмотреть, где она, что там. Время уже вышло, пацаны просто хотят все-таки добить эту проблему. Конечно, они уже не получат, к сожалению, 5000 рублей, но вот им все-таки интересно. Ну как вам? Как это? Да, что? Еще приедет? Приедем. Да, только тачки получше. Давайте, накидайте получше тачку. Ты что это? Не гнилая девятка. Не гнилая. У нее гнилые только двери. Иномарку зачем? А, иномарку. О, иномарку. А за иномарку-то надо будет посерьезнее побороться. Либо задний привод. А? Либо задний привод. Либо задний. А, зима близко. Поэтому к следующему выпуску. Если у вас есть что-то заднеприводное, и еще и иномарка, и еще она вам не нужна, и вы готовы ее отдать, напишите мне в телеграм-канал, мы приедем и обязательно сделаем третью серию. Ну и, конечно же, я буду ждать новые уведомления от Дром, и уже в следующей серии будет заднеприводная крутая иномарка. И вы за машиной идите на Дром, Дром поможет, Дром найдет. Все, еще раз поздравляем нашего победителя. Спасибо. Это Саша. Теперь ловите его на этой модной девятке. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. И мы будем повышать бюджеты, но и будем придумывать новые проблемы, чтобы не так просто Саша мог уехать на следующей машине. Да. Все, ребят, до новых встреч. Всем пока. Всем пока.